Реставрационные работы в доме Крумминга в Люберцах завершаются. С 2018 года российские и иностранные туристы смогут свободно посещать усадьбу знаменитого предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Люберецкой администрации, цитируя главу округа Владимира Ружицкого. На данный момент здание поменяли кровлю, отреставрировали шпили, а также восстановили исторический интерьер. Дом Крумминга распахнет свои двери для посетителей после завершения ландшафтных работ и оборудования всех необходимых помещений. После реставрации в музейной комнате туристы смогут увидеть летопись фрагментов истории бывшего завода имени Ухтомского. Напомним, дом Крумминга – памятник архитектуры в стиле модерн. Реставрация здания проводится по губернаторской программе усадьбы Подмосковья. После окончания восстановительных работ исторический объект будут использовать в качестве туристического комплекса. Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.